Хей, гайс, вы мешаемки, мы продолжаем проходить игру под названием Borderlands 2 DLC, битва Лилит за что-то-то там. Окей, давайте я вкачаю себе скилл, емкость магазинов. Но я бы перезарядку увеличил. Хотя. Время 10 турелей, 2 секунды плюс. А, пускай будет скорость. Плевать. И жетончики. Емкость щитам. Меткость. Емкость щитам. Все орудия стихийные и все такое должны быть. А, я вспомнил, помните, в пещерах у нас там был закрыт какой-то путь. Я вспомнил. Да. Четыре пятьсот. Что у нас есть хуже? 4500. 2500. А, 1400. Все. Неплохо. Ну вот, это было чёрт, как Фируса опять сломалась. Это уже пятый раз за неделю. Неважно, несмотря на мою неспособность создать газ, безопасность для людей, я уверен, что еще один прорыв не за горами. Я сделаю Пандору раем, а потом люди скажут... Касси, как он это сделал? Это что за человек? Он сделал Пандору раем. Это лихой очкарик-одиночка? Может быть, тогда в воздухе будет не только споры, но и любовь. Так, ветку навыка хитрости. У ассасина вы можете бросать во врага взрывающие кунаи. При этом остается невидимым. Так. Найди Гектора. Наслаждайся последним воздухом. Налетчик, я чувствую, как корни рая прорвались. Слежу за тобой, искатель. Хорошо, ты недрах, убежище. Приготовься к мощной войне. Лучше попробуй убежище извергнутой споры, как подрастет. Я не подвращаю этому, но я это видел. Так. Я рада, что скутер не видит убежище в таком виде. Если это газовище Гектора пулят его двигатель, удуши его одной сиськой. Так, подожди, нас... Так, ну это просто обычная аренка. Я должен уведомить тебя о том, что я не настоящий доктор. Так, ну пистолет, я думаю, оставим пока что. Длинный прыщ. Папа, я хочу вон то ружье. Урон намного лучше, чем у моего. Вопрос. В чем прикол? Просто в чем-то замануха есть. Когда будешь идти? Так, ладно, вещи. Меняем. Дальше. Автомат. А, ну у меня с огнем просто. Вспомни, есть доктор. Надеюсь, тебе все ладно. Прививки сделали. Ладно. Пистолет оставим. Гранату продаем. Щит. Продать. Постарайся не убить. Эй.
Так, гранаты у меня есть, поэтому снайперку заменяем. Давай на пистолет. Плевать. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Перезаряжаемся. Ну, бомба хорошая. Так, меня же тоже шлаком наградили. Это было круто. Так, закупить со всеми патронами. Тебе деньги, карман не оттягивай. О, нифига граната. Нехеровая, но мне лучше, как я понял. Товар назад не принимаю. Желаю хорошо поохотиться. Так, на базуку. Чудесно. Заходи еще. Окей, зайдем попозже еще. О, это ж... Стоп. А я знаю, где мы находимся. Это не новая локация. Это, если вы помните, в основной борде мы с вами проходили миссию с ниндзя-черепашками. Когда мы открывали люк, и там черепахи были. Типа миссия вот это была. Пройти, типа, принести пиццу. Что-то мне кажется, что это она, эта миссия. А ну-ка. Да, это она. Да, жаль, я не мог пройти. Хотел бы посмотреть на зараженных ниндзя черепашек. Но видите, у меня еще запомнилось что-то в голове. После прохождения еще хер знает когда этой игры. Фух, успел. Ты должен остановить Гектора. Кучка. Неплохо. Фак. Готов к новым подвигам. Ай, блядь, я горю. Что за херь? Почему я горю? Короче, в пизду. Почему я горел?
Я стоял в закрытой. Стою в закрытой, но горю. Корпорация Гиперион. Вы не умрете, пока мы этого не захотим. Ладно. Убрать лазу, блокирующую левую механизм. Ты не ниндзя, черепашка, чувак, сорян. Критическое попадание! Я могу по факту просто пробежать. Бам, 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 бам. Марку, полу. Почему теперь я их ваншочу, а тогда их не мог убить? Так, на автомате пополнить. Дешманские вещи. О, два унитаза. Ни в одном, ни во втором никто не сидит. Это уже хорошо. Это уже хорошо. А почему я наношу такой жесткий урон? Я этого не могу понять. То, что как бы то ни было, я на самом деле дамажу довольно сильно. Жаль. Так, а задание мы с вами выполнили. У нас только сюжетное. Давайте пистолет сразу испробую. Ну, если босс большой, зажимать можно. Не страшно. Так, на автомат пули. У меня нет времени на массовое производство антидота. Если ты не остановишь Гектора, то он уничтожит все живое на планете. Я подумаю, что у нас есть как минимум 6 или 7 лет до подобного сценария. Подожди, то есть я могу туда и туда пойти? А... нахера я взял дешманскую херню?
место только занимает. Зараженная территория. Как обычно, пошло-поехало. Мне трудно. Хорошо, что тот сидит просто. Окей. Дуй ко мне, приятель. Да, ты слипи. Ты слипи. Watching how you good watch over you sleeping. Ого, старинный ППШ. Ну, почти ППШ, но похоже на ППШ. Возьму, потом продам. Плохо, косаря. Двушка. Окейшки. Так, Гектор, сколько мне до тебя еще идти? Я же надоело. Так, ну мы уже почти пришли. Мы в их лаборатории. Тельмбарзар, мои оружейные. Ну хватит, больше не стану продавать ему оружие. Ай, подожди. Это уже Пандора, точняк, я про это забыл. Это я в домике Маркуса. Стрельба по мишеням. О, Маркус, надеюсь, ты не обидишься. Ограбили банк Маркуса. Что за подонок же я? Дешмо, дешмо, дешмо. Боеприпасы Маркуса и убийство понятия неразделимые. На электрошок у меня есть уже оружие. На огонь у меня есть оружие. Нашла гранаты есть, но... Не знаю. Подожди, 19,3. А, ну тут 5 зарядов, а тут 4. Перезарядка здесь быстрая. Трикартный прицел наносит дополнительный. Короче, я понял. Делаем так. Удачи! Вещи сюда, ракетка. Сейчас все зараженные здесь, да? Все зомбаки. И? Так, это миссия с трупом. Oh boy, here we go. Вот
ты! Ну так получилось! Так, почему ты снова туда вылез? Окей. О-о-о-о! Зараза. Вот это граната? Имбовая. Но против меня. Потому что у меня просто хп улетают. Они сжигаются. Умирать это модно. Сейчас все так делают. Просто за одно использование у меня минус все хп. Супер круто. Так, спрячемся, чтобы я убил этого. Нет, ну я видел огонь, значит была огненная граната. Достойная смерть! Чел. Вот снова, почему эти быстро отлетают, когда я в голову стреляю, там не очень. Как они надоели. Слишком часто вылазят. А, мне через весь город нужно пробежать. Так, через... Это бармок, все, окей. Я могу выкопать это декор из лян, но последнее, что нужно держать свои щупальца при себе. Ну, разве только... Когда я наедине. Хотя... Налетчики, единственное, что принесло это истерзание войне планете, хоть каплю мира. Пандора не заслуживает лучше. Я не успеваю, блядь, я смотрю на игру. Эй, это антидот действительно работает. Кажется, я снова могу доходить. Мои стебли чувствуют себя великолепно. Шучу. Ладно. И после того, как Искатель вернет убежище, мы покинем Пандору. На этот раз уж точно. Да, так и будет лучше. Вы вообще мне, что мои следующие день рождения. Ладно. Давайте я просто пробегу. Почему я должен с ними драться со всеми? That's it, I'm going up there! You are confined to bed rest, young man. Now drink your soup. Paradise comes, this is just a photo of a rock with the word soup on it. You know that, right? Don't you let that get caught. I'm tired. Yeah, yeah, we're all very impressed. Oh, now it's cool as you think you are. Да, короче, идите в жопу. Главное, чтобы он не создавал еще челиков. Плохой парень. Инфекционный Хектор. Ну, урон хороший, я смотрю.
Очень хороший урон. Блин, у меня тогда было прокачано, чтобы я мог вторую турель ставить. Ну хорошо, здесь есть точка, куда я могу прятаться. Your commander has failed you. Мне кажется, что вот это откроется, потом враги будут выходить отсюда. А, в натуре? Внимание! Идет безбашенный! Так, окей. Пандора не need you anymore. Подожди, а что от меня хотят? Так, мне это вообще не нравится. Пистолет. Короче, отвали. У меня пуль не хватит. А, меня прикрывают. Тебе нравится? Ой-ой-ой, тихо. You don't deserve paradise. Спасибочки. We fight for a dream. Короче, Лилит, прикрывай меня. Place for you in my life.
by the likes of you. What do you fight for? Так, что мы делаем? Мы делаем вот что. Шлак. Автопушка. Гранату. Готовимся. There's no place for you in my world. I won't be defeated by the likes of you. Okay. Pandora don't need you anymore. You fight for nothing. Так хп у него не регенится, значит нормально. Завял. Ты сделал это. Теперь возьми ключ хранилища. Что, все? В натуре? Я думал, как сейчас, как у обычно, у некоторых боссов по две фазы. Ну, слушайте. Вот это его слабое место, потому что здесь щупальца в основном не достают. Поэтому стоите здесь, и вас не убьют. А зачем мне предмет? Уже все равно DLC больше никогда не выйдет до этой игры. Это сначала забросили игру, а потом перед выпуском третьей части решили сделать DLC. Дробовики, легендарочки, вещи. Облики. Все. Больше тут ничего такого ценненького нету. Ого, нифига. Искатель, назад. Вы опоздали, мои корни проросли. My roots have grown into the heart of this city, and next, all of Pandora. Change of plans, Vault Hunter. We have to get out of here. I'll contain the infection. Get me some iridium. There's так, a big crash nearby. Стоп, стоп. When I'm done, когда Pandora я закончу, Пандора уже не будет. Нихера. Теперь это моя планета. Я подниму этот корабль, вывезу мой райский газ посредине. Принеси мне иридий. Ну, Лили, ты же умрешь. Вы проиграли. Это корабль мой ключ. Прости, убийца. Это единственный выход. Доверься мне. Стоп, она меня перенесла. Ты наконец показала свою ярость, огненный язд. Но уже слишком поздно.
Я не уйду отсюда без этой карты. Вы, искатели хранилища, настолько слепы. Я видел истинное предназначение карты. Она приведет к той власти, которую не снес никому. Какого черта? Теперь убежище, часть меня. Карта хранилища, часть меня. Вы не сможете уничтожить меня, не потеряв их. Ваша мечта умрет со мной. Что? Что ты делаешь? Принимаю решение. Лилит! Она жива! Лил, ты в порядке? Да. Все кончено. Лилит, это было круто! Да! Я уничтожил убежище. Странный дендроид мертв. Эй, Роланд, сделал бы то же самое. Она того. Странный господин, я как завидую. Я всегда хотела... Круто. Я круто. Я посчитал, что убежище, а все равно было шанс 84. Взорвется при достижении космической скорости. Возможно, я должна была поделиться этим с вами раньше. Убежище, карта, все уничтожено. Эй, ты сделала все правильно. Мы все еще здесь, остальные не важно. Думаю, вы правы. Но что теперь? Там, наверху, Гектор показал карту. Я видела хранилище. Как-то связано с частью чего-то большого. Я не знаю, что это значит. Послушайте, возможно, мы потеряли карту, но... Она нам, на самом деле, мы должны найти хранилище, прежде чем он... Мы должны продолжить искать. А это значит покинуть Пандору. Но я не могу с вами. Пока не могу. Кто-то должен восстановить налетчиков. Нам нужна новая кровь. Новый безжалостный, если мы хотим быть готовы к следующей атаке. Найдите хранилище. Не важно, как далеко оно будет. Что бы вы ни случилось, вы всегда будете алыми налетчиками. Да. Ну, убежище крякнуло так, как хотел бы Скутер. Убив заодно это сраное растение. Это была хорошая речь, Лил. Ты действительно тронула наши старые... Но почему ты на самом деле остаешься здесь? Эта карта хранилища все еще там, Элли. И когда я найду ее... Тогда я смогу покинуть Пандору. Ловлю тебя на слове, стройняшка. Вот и все, ребятки. DLC наша закончилась. Но эту баночку я видел, когда мы поднимались наверх, но она была поменьше. Это было, ребятки. Хотя, подождите. Задание выполнено. Но у нас еще есть какое-то задание. Так, продать все. Лишнего оружия не бывает. Дробовик оставим, снайперку оставим, блум-блам-блам. Смотри. Так, модификация. Тебя не убили. Пришло время спасти всеми любимого алмазного пони.
Когда нападавцы выгнали нас из Гелиоса, мы потерялись лет на 6. Команда профессионала, которую только можно купить за деньги, чтобы увидеть. Отправьтесь в Гелиос. Ну, у нас есть еще какие-то задания. Я могу сейчас просто на паузах проходить их. Как такое может быть? Все выглядят так, как будто вы собираетесь начать опасный рейдовый босс. Бой в логове жуткого монстра, который еще и выглядит как огромный босс. Так, давайте я посмотрю сначала, где это находится. Эй, бесстрашный, безгорожный механизм, целую вечность. Мне пришлось выжить во внутренней этой Алонда, забудь об этом. Пришло на очередь смертельную битву с ужасной тварью. И клянусь Юпитером. Ну, я просто могу посмотреть на этого босса на самом деле, но не сражаться с ним. Поэтому сейчас мы берем предыдущее задание, где мы должны найти пони, спасти пони. Его выполним и... Так, норы. Мои хрупкие пони там же. Так, ставлю паузу, бегу в пещеры. Ну что, народ, вот это проход к рейд-боссу. Я понимаю, что у меня маленький уровень, и это рейд-босс, и его в соло не убить. Ну просто хотя бы интересно посмотреть, какой босс. Я использую семействовый сенсор, чтобы отложить движение воистину гигантской звери. Определенно, эта тварь поглотит тебя целиком. Ах, но это только еще большие... Короче. Большие продолжения. Это последний зверь в моем списке пандорской охоты. Честно говоря, я не знаю, что будет делать, когда охота... закончится. Зона просто здоровенная. Ну да, у нас на рейд-боссе тоже мы Эриди должны были ложить, чтобы сражаться с боссом. Я могу попробовать, типа, почему бы нет. А, я еще должен подняться буду. Напоминаю, что это зона с боссом будет. Существо отреагирует сильным воздействием. Давай, искатель, активируй. Просто посмотрим. Хадеракс непобедимый. Сами враги. Ну, мы понимаем. Один укус маленького червя. Так, можешь меня, пожалуйста, убить? Даже, понимаете, пуль не хватит. Не, хотя можно потратить
десятки часов. На то, чтобы постоянно здесь играть, потом бежать наверх, закупаться предметами. Так, короче, мы отправляемся прямиком к пони. Когда мы обосновали в Гелиосе, то типа сделали шопец наших талисманов. Несмотря на то, что я предоставил, в котором находится тех... Короче, GPS мы узнаем, кто. Ну, тут появляются люди Гектора, и сразу же его похитили. Должно быть, они собираются его продать за алмазы, бриллианты, потому что она, ну, знаешь... Так, куда мне бежать? Давайте я туда добегу и продолжим. Короче, с горя пополам более-менее прибежал туда, куда надо. А, это наши. Тинан, сядь на свою маленькую задницу, мордыгай просто пытается... Ага, там будет опасно. Заткнись, ты не моя настоящая мама. Тина хорошая. Тина и самая справедливая, просто замечательно. А теперь я вам говорю сайонара. Тина, подожди! Останься с Бриком. Привет, мясник. Могло быть лучше, знаешь... Мы все еще пытаемся разобраться с ее... причудами. Угу. В любом случае, давай спасем эту увлеченную красивую жопец. Да, черт возьми. Искатели, пожалуйста, убедитесь, что Тина в безопасности, хорошо? Просто пистолет разносит. Нет. То я снайперка, если вы помните, уничтожал все. О, нихера себе. Эй, Тина. Что тебе нужно, братан? Я занят, выслушивая сама красивого существа на Пандоре. Я попросил искателей присмотреть за тобой, хорошо? Я в порядке, оставь меня в покое. Эй, искатель, иди тогда. Рад, что ты здесь, мясник. Так, найди шипет, продолжить поиски. А вот и Грей. Ой. Турель выиграл. С разгромным счетом. О боже, боже, я нашла ее. Ребята, ребята, она еще магическая и красивее. И это жипец. Давайте быстрее сюда. Хорошо, работай, Тина. Оставайся на месте, пока Брик и Искатель. Оставайся на месте, пока ми-ми-ми. Бум-шакалака. Вы слышали, леди? Выдвигаемся. Да. Папаша, Брик и Искатель. Давай спасем. Иногда не выходи из дома без бомбы. Дружище, теперь дадим. И затем стреляй. Да. Это же бец! Ваше величайшее величество! Превышена минимальная дистанция до шопца. Инструктор протокол защиты серебряного коня. Прикройте меня с помощью сил любви. Я должна вновь пробудить зверя. А, ну тогда нормально. Повреждение, физическое повреждение.
сути, от защиты это одно слово. Да, королева, я знаю, что ты здесь. В порядке. Так, поговори с Тиной, а что тут у нас было? А, тут закрыто. Раз она не на самое прекрасное существо, что ты когда-либо видел, я хочу поднять ее так сильно, что она взорвется. Ну, мы ее спасли. И теперь... готовы к завершению. Подожди, а что мне? Давайте назад вернемся и тогда закончим. И я рад, что мы смогли сделать. Затылись, морди мама. Тина, какого черта? Эй, не разговаривай так с матерью. Ты не помогаешь. Ну все. Вы убиваете. Это не я, твоя комната. Я сказал вон. Вали, вали. Боже, ты слышал ее, искатель? Так, подожди, я хоть в ту сторону бегу. Я понял, и сейчас мы выйдем отсюда. Я, короче, воспользовался телепортом, нахера я постоянно все бегал. Много раз. Использовал бы телепорт, да и все. О, ребята, вы молодцы. Я знаю, что ли, типа, алые налевые команда, если что, в этом ряду. Ребята, вышло отлично. Да, Б. Какая разница? В любом случае, спасибо, что спас жопу. У меня слабость к этой... Ну, знаешь, короче, пускай говорит, а я смотрю, на новое здание появилось какое-то. Да. Спасибо. Ну, с этим решил. Я полагаю, еще раз спасибо. Прикольное кладбище у тебя, Брик. Брика нужна помощь с подарком для Мордека. Я это так и видел, они лучшие друзья, и Икс означает, что на самом деле, вы знаете это. Йоу, мясник, нужна помощь с доставкой подарка для моего друга Мордека. Ты выкрыл генератора, это здорово, но еще специально все еще пытается окна. Это за... Ну? Сделай их, мясник. Так, что мне вообще надо? Подожди. Ха-ха-ха, ну давайте, короче, продолжу, когда приду туда. Так, ребятка, я не помню, я сюда вообще тогда, кажется, не приходил. Слышал, для тебя кричат, Этот... сжигает целые деревни. Новая Пандора — это большая, чем один человек. Битва продолжается. Я понял. Нифига себе, босс. Ладно. Так, готово, да? Отправляемся за следующим. Так, теперь у меня вот эта труба стала чиста. Значит, последняя будет там, где ниндзя черепашки у нас. Это убежище лейтенанта Ангвара. Он был правой рукой директора и должен умереть. Ну, базука у меня уже заряжена. Пусть Гектор и мертв, но его мечта жива. Красавица,
готовым. Так, убивай их и отправляемся к следующему. Ну да, видите, они намного стали быстрее умирать. Отправляемся еще к следующему. А, собрать части винтовки. Стоп. Удивительно. Плохой пистолет. Убить Тетру. Давайте Тетру искать. Лейтенант Тетра последний раз видели где-то на Гелиусе. Это парень устроил бы... пандемический, так, убить Терра. Ну, как обычно, сначала запускаем дрончика нашего. Нифига. Автоматическая турель готова к стрельбе. Остался последний новобранец. Убить Хоффмана. Идем за Хоффманом. Ну и все, остался Хоффман. Так, а где он? Подожди, убить Хоффмана. Он не в клетке? Ладно. Да, короче, сейчас даже никого не убиваю, просто бегаю. Так, а как на ту сторону попасть, я так и не понял, да? Ой, хорошо, тут я вспомнил, врагов было до хера. Не, вспомнил, я правильно иду. Сейчас я на эту как раз сторону выйду. Стоп, нет, я не туда пришел. Короче, убиваем, продолжим. Ладно, я его убил, походу я все-таки не туда снова пошел. То что тут босс был. Ты смотри. О, дробовик очередной. Тогда вопрос, куда мне идти? Как мне попасть туда за стекло? А? Блять, короче, здесь выхода нет, мне придется заново забег делать сюда. Я не помню, мы туда, да, бежали? Если да. Нет, все, вот он про. Еба! Я сейчас отлечу. Мы объединились против чего-то там. Сейчас у тебя, тащи их обратно.
Ха. Ну все, давайте тогда я умираю и приносим часть Брику. Так, где наш Брик? Брик, снайперку давай. О, да, черт возьми. Из этого получится опупительная кошечка. Подожди секунду. Но если смотреть, что у него на молоте движок. Давай, Брик, мастери. Взять подарок. There we go. Вот это. Now, come on, ну что ж, мясник, отдай это винтовку Мордекаю. Точно, это же снайперка для Мордекая. Ну ладно, у меня снайперка тоже новая появилась. Довольно неплохая, поэтому... Где она? Стоп, а где она? Стоп. А где снайперка, которую мы получили с босса снайпера? ГГ. Найс. Подожди, это для меня? Что же все это значит, искатель? Это на годовщину твоей трезвости, Морда. Я горжусь тобой. Хотел что-нибудь тебе подарить по этому случаю. О, спасибо, чувак. Ты помнишь? Без когтя я бы не справился. Сразу как-то захотел стать... Ну, понимаешь? Так и есть, Амиго. Хороший мальчик, хороший мальчик. Эй, спасибо, Брик. Ты мой лучший не... Друг, никто раньше не говорил мне такого. Я люблю тебя, чувак. Я тоже тебя люблю, брат Телла. Ну, откроешь? Ладно, погнали к Брику. Так, Брик, Брик, Брик. Never really saw myself. Thanks for the help, Slab. That was some important stuff right there. And hey, turns out I had some extra points. Спасибо за помощь, если это было. So I made you a rifle too. Давай проектом сюда нашего сообщения. Хе-хе-хе. Так, что за снайперка? Урона побольше. А, стой, урона дохуя. Неплохая снайперка. Ну блин, вы надоели, я вообще серию хотел закончить, а тут оказывается еще дохера и много. Так и хотите мне, чтобы я делил части, да? Итак, Ворону нужен совет, стоп, вы что, помогаете бандиту, верно? Мне нужен совет, как стать лучшим королем бандитов. Давай посмотрим, есть ли у нас какие-либо... Спроси Макси бандитским кланом. Мокси, моя девочка, у тебя есть для меня совет, как управлять бандитским кланом? Конечно, милашка. Самое главное знать, когда нужно сладко разговаривать и когда резать кого-то морнув. Вот этот поворот, типа ты быть психопатом со садистом, понял. Но это было стоящим. Спасибо. В любой случае, сладкий, почему бы тебе не сесть позже за Мокси? Да, конечно, определенно сделай это, детка. Ну, так и было, интересно и менее чем полезно. Поговорить с Элли. А. Короче, мне нужно со всеми просто поговорить, да? Надеюсь, никуда не нужно бежать, хотя, блядь, я хочу снайперку испробовать. Хэт, сколько будет до магии? Элли, как дела? Потрясающая, дерзкая и чертовски сексуальная, как обычно. О, Элли, ты просто восхитительна. Не знаю, но я никогда не устану слушать это от такого точечного человека, как ты.
подмигнула. Ты только что подмигнула мне через эхо? Окей, в любом случае, ты провел некоторое время в бандитском клане, верно? Что бы ты посоветовал начинающему королю разбойника? Бандит уважает только пули и убийства. И всегда помогай, если ты потрясаешь красив. Как ты... Как и ты. Круто, да, ты снова подмигнула в этой штуке. Ну, я так и понял. В любом время, крепыш, ты этакий. Быть бандитом — это свобода. Конечно, это зона боевых действий, но дело не только в убийстве, правда? Брик правил мясник, верно? Может, он что-то скажет. Брик, ты старый матерый вол. И все такое. У тебя большой опыт управления бандитским кланом. Не хочешь поделиться мудростью? Да, ёпта. У нас мясников есть поговорка. Можно даже назвать ее нашим руководящим принципом. Херач все как можно сильнее. Ага. Что-нибудь еще? Или... Нет? Это все. Окей, вот и поговорили. Ага. Не самый полезный совет, который я когда-либо получил. Думаю, разве Маркуса не было когда-то бандитского плана? Сходи, поговори с ним. Привет, Маркус. Да, пенни за твой. Ну, я никогда не отказываюсь от пенни. В общем, однажды я случайно стал объектом культурного поколения, и это было здорово. Хех. Они давали мне деньги, оружие и все, что душе угодно. Но самое приятное было то, что жили они после этого весьма недолго. А труп тебя долг не вслышь. Итак, урок таков. В том, что другие умирают, нет ничего плохого, если тебе это выгодно. Да, деньги, деньги — это хорошо. Пока. Да, уже был действительно хороший совет. И знаешь, что выглядит фортуна, но можешь... Быть железяка, есть что сказать нам? Да, уж у железяки опыт огромный. У меня такое чувство, что я пожалею об этом, но, эй, железяка, ты на Пандоре уже давно живешь. Есть совет для новичкого... Говорят, неужели? Правда? Нет. А, окей. Наверное, я ожидал какого-то бессмысленного. В таком случае ты обратился по адресу. Так и есть. Бандиты — суверенные идиоты. Я бы посоветовал тебе обрести сверхъестественную силу. Легенды рассказывают о тайне в шабане ведьмы, живущем глубоко. Нет. Подожди, ты не дал мне закончить. Все, что требуется сделать, это принести 17 камней лазурита. Три. Нет. Пока, железяка. Ой. Поговори с воном. Блин, знаете, я вот только что бежал оттуда и смотрел на эту башню. Я смотрю на нее, потом смотрю мины здесь, а я их не замечал. Это ж, помните DLC? Кажется, да, из второго DLC, ну, из второй борды. Там, где было здание здоровое, там еще была машина-динозавр. Мы убивали. Походу, это вот это место. Нет? Я думаю, что настоящий урок в том, что ты должен найти свою бандитскую правду. Знаешь, может, то, что мне нужно, это самопосвящение, верно? Пора выяснить, что такое вон на самом деле. О, а как мне нравится прогулка? Но подожди, я не могу идти на прогулку без моего артефакта силы. Я оставил его в Гелиус и выгнал... Не могу ты его защитить? Нет, окей. Ладно, а теперь найти мой жилой... Ну, хоть недалеко бежать, и то радует. Этот артефакт был источником всей моей силы. Вот почему мои обряды не получаются, конечно же. Пиздец, уже час 10. О, стоять. Я ж могу снайперку потестить. Чё я туплю? Давайте как раз посмотрим, сколько она будет дамажить. Тридцать одна тысяча. Да, это жестко.
Вон, где твой... Ага. Yes, that's it! Да, вот они. Топовых Hyper Rebook с серебристым... Короче, тапки, принеси мне их скорей. Короче, несем Вону его носки. Теперь я могу удовлетвориться путешествием. Я собираю найти себе. Бандитская коллективная сущность. С моим Hyper League Zabalbo у меня ждет успех. Пожелай мне удачи. Это самый ужасный способ, который может выбраться себе. Короче, все, наконец-то. Дополнительных миссий больше у нас никаких нету. Осталось, ну, только есть, где мы должны убить червя, но это рейдовый босс. Что мы можем с вами сказать? Насчет DLC довольны, DLC большое. Боссы, ну, я не сказал бы, что они сильные. То есть у каждого есть свой подход. Но именно чего-то жесткого нету. Было всего лишь сколько у нас? Именно официальных боссов это три. Это робот, профессор и финальный мужик вот этот из плюща. У нас были локации, это пещеры. Нам показали новых врагов, это зараженные. Немножко нам дали, знаете, воспоминания предыдущих DLC. Вот это предыдущее DLC было. Где мы ездили на машине. Гонки, мы зарабатывали монеты вот эти, боевые. После чего мы были в измененном убежище, которое взорвалось в конце концов. То есть в этом DLC есть свои плюсы, есть минусы. О, тихо. Может упасть на голову. Типа, на самом деле, я не знаю, что сказать. Типа, боссы, робот, слабое место, мы поднялись наверх, и все. Он нам ничего сделать вообще не может. Доктор хотя бы, да, он атаковал, стрелял, бежал на нас. Финальный босс, вы видели, где его точка. Где он просто отлетает. Поэтому я думаю, ребятки, на этом мы закончим уже полностью прохождение Borderlands, потому что больше DLC никаких нету. И у нас, может быть, когда-то я начну проходить третью часть. Поэтому я думаю, на этом мы с вами закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. А, насчет пасхалок. Было пару пасхалок, но больше их не заметил. Наверное, слепой. И всем до скорых встреч. Всем пока.